Ну и вот магия. Вернувшись домой в Новую Зеландию, медики осмотрели ее и сказали, что она идет на поправку. Теперь он не только артист, чей голос ни с кем не попутаешь. И которому нет равных в плане вокального диапазона. Ну и просто хороший человек. Димаш Кудайберген помог женщине, которая больна раком. За столом семейной обстановкой, как принято во время праздников, стол буквально ломится от угощений. Любопытно, что пожилая поклонница приехала к Димашу в Казахстан с Новой Зеландии. Это подтверждает тот факт, что нет ничего невозможного. Важно только захотеть. У Аниты Родворд тяжелая форма рака, но с другой стороны, действительно, все мы с вами больны, можем умереть, скорее всего, умрем, поэтому важно жить и ценить каждый день, каждый час и каждую минуту. Думаю, знает это и Анита. Она же заявила, что, посмотрев выступление Димаша Кудайбергена, уже не смогла жить как прежде, и она верит в исцеление. А почему бы и нет? Ведь правильно говорят, что все болезни от нервов. Если голову заговорить всякой ерундой, то действительно будет плохо и здоровому человеку. А если настроиться на позитив, думать о хорошем, то однозначно и больные клетки могут исцелиться. Кстати, приехала Анита Родворд прямо из Новой Зеландии и как раз именно домой к Димашу Кудайбергену. И вот сам факт того, что он принял ее у себя дома, к тому же накрыл стол с угощением, говорит об открытости артиста. Действительно, в наше время это очень редкое качество, потому что бывает такое, что артист, наоборот, остерегается своих поклонников, а уж тем более, если поклонник болен, они же могут подумать, что мало ли заразит еще чем. Димаш же молодец, он с народом, я уверен, что ему за это воздастся. Димаш подарил домру Аните, на которую, собственно, умеет играть, окончил школу и исполнил несколько песен вместе со своими друзьями. Ну и вот магия. Вернувшись домой в Новую Зеландию, медики осмотрели ее и сказали, что она идет на поправку. Сейчас Анита возглавляет фан-клуб Димаша Кудайбергена в Новой Зеландии. И, кстати, я напомню, что есть эти фан-клубы в разных точках земного шара, на всех континентах. Ведь действительно, не любить, не ценить такого открытого и талантливого артиста, как Димаш Кудайберген, невозможно. Друзья, любите друг друга и цените эту жизнь. Я уверен, что только честное отношение друг к другу спасет этот мир. Спасибо огромное, что со мной на этом канале. Я ценю и люблю каждого из вас. Не забудьте подписаться на канал, чтобы и дальше быть в курсе всех самых важных событий из мира музыки и шоу-бизнеса. Впереди также Евровидение. Счастья вам, успехов и только шикарного настроения. До встречи!